А куда Серега делся? Как фамилия? Максим? Сидоров. Сидоров, да. Не знаю. Я сейчас увидел Максимку Краснову, вернее, посмотрел на Максимку Краснову и вспомнил, Серега еще ходил с вами. Потерялся он? Егор, что, Серега ненормальный воркаут? Там не до спорта ему. А что, он в кайфах? Давай. Бывает. А к кому у меня телефон хотел подключиться? У кого здесь что есть? Ни у кого нет. А какая аниматная? Ну, да должна быть хорошая. Ну вот, допустим, Егор с Максом уже подрубились. Да так неудобно. А как удобно? С колонкой. А где колонка? Вот там. У вас? Да. Давай я включу музыку на колонку. Чего вы говорите? Дай мне еще один. Лучше в наушниках. Макс, ну ты определись. Лучше в наушниках. Лучше. А что мне нравится моя музыка? С нашими народная, добрая музыка. Что, подрубаемся? Ренатик. Да ладно, не гони. Сейчас, погоди, сейчас придумаем что-нибудь. Останется, парни. Останется 15 минут до конца тренировки. Я вам разрешу включить музыку, какую вы хотите, для выступления. 15 минут, когда останется. Пожалуйста, сейчас не хулиганьтесь. Покажите крутость какую-нибудь. Макс, вы едете в Самару? Нет. А кто едет в Самару? Максим и Егор. Максим и Егор. Макс, покажи, под что вы едете. Нет. Под то, что у вас в голове играет сейчас. Да. Покажи что-нибудь, а я дофантазирую другую какую-нибудь. Мне надо на большой. Не делай больше здесь, пожалуйста. Ты больше причин находишь. Я зацепился за тот турник, я не могу на низких тренировках. Я привык, большой. Макс, Макс, братан, это гон. Вот сейчас гон был у Егора полчаса назад. Сейчас у тебя гон начинается. Вы что, парни? А прикинь, в Самаре будет вообще по-другому. Нет, там будет. Откуда ты знаешь? Слушай, я видел вообще. А то, может быть, специально для тебя знают. Ага, Максимка гонит, приедет сильный, сильный, два сильных нормальных воркаутмена приедут. Мы им сейчас... Или воркаутера, да. Мы им сейчас возьмем, все испортим. Узики турником сделаем. Максим, давай уровень крути. Оп, все, выиграл. Ренатик, сюда возьмите, поставьте там. Егор, поставь стоечку туда, чтобы там не упал, об шифонер не ударился, ногу перед... Чтобы не поранил ногу. Максим, Максим, Егор, стойки сюда поставьте. Стойки, пожалуйста, сюда поставьте, чтобы Егор не ударился в шкаф. Помоги Егору поставить стойки, он не справляется. Все, молодец. Если ты ударишься в шкаф, как ты в Самару поедешь? Я хочу, чтобы ты с Максимом поехали в Самару. Он не слышит, он в наушниках. В обоих? Да. Но он чувствует, что я к нему обращаюсь. Он же смотрит на меня. Значит, понимает. А что, Яшин всегда одно и то же говорит, правильно? Что он еще что другого можешь сказать? Я всегда рад, что вы хорошо все делаете. Все, Егорыч, поехали, давай. Уровень показывай. Давай, 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 ты че, давай. Давай, Максимка, я жду. Я бы тут егерь вообще молодой. Двигайте сами, я не буду больше двигать. Парни, за хорошее поведение могу угостить инжириком. Что такое? Сухарик? Санка сухарик. Это фрукт, плод фрукта. Быстренько, если кто хочет, подошли, по одному разобрали, быстренько. Аккуратно, аккуратно. Щипок удачи можете, Егорыч? Инжир. Он высушенный, специальный. Ну, Ренатик, знаешь, какой инжир? Знаешь, какой инжир? Бери, бери, Мишань, бери. Я просто так делаю. Мишаня, шпех. Казах за две щеки, в смысле. Казах такое любит. Инжириком, давай. И обратно в гарик. Было бы классно. Дай мне. Все, приятного аппетита. Набитым ртом, Никита, прожуй сначала. Ничего не делай, прожуй. А, ты не взял? Здоров, парни, чё как? Рукопашный бой. Я не могу тут быть, у меня нога. Вы пришли биться с парнями, что ли? Вы биться с парнями пришли? Вы посмотрите на них. Сейчас рукопашный бой. Нет, говорит, пошли мы отсюда. Напугали рукопашников, как они теперь спать будут ночью?
Тебе для чего? Попить. Я тоже могу сидеть. Я его не пью. Я не пушу. А ты будешь? Да. Я думаю, ты подошел и не захотел. Ну, жир, ты ничего, аллергии нет никакой? Только на изюм. На как? На изюм? На изюм. На как? Приятного аппетита. Все, пожалуйста, набитым ртом ничего не делайте. Сначала прожуйте, потом делайте. Все, Миш, продолжай, ладно? Вспомните видео. По-моему, лучше не такая проблема. У связки пока что ли? Так, это было не то. Не покажешь совсем. Я нет шутки. Она только это поняла. Все всегда понимают с опозданием. Максим, не порть себе настроение и другим, братан. Не порть настроение ни себе, ни другим. Спокойно. Все внимание на тренировку. Все внимание на тренировку. Это может быть специальная провокация, чтобы тебя разозлить. И такое бывает. Парни, штуку сюрприз преподносят постоянно, не гоните вообще вот никогда ни за что. Надо как бы всегда в потоке быть. Кстати, завтра рукопашники приедут в Саратов, вы завтра придете?
Завтра из бойцовского... А зря. Завтра сюда приедут ребята из бойцовского клуба, да. Зачем? Позаниматься, может быть, даже кто-нибудь со мной подерется. Мы все время напрашиваемся, Боюсь? Чего, Егор? Да нет, так-то это, так-то заборы побьют, вообще я не гоню. Если мы завтра придем, то я... Нет, Они захотят. Они не забоятся, Егор, они не забоятся с нами. Я тебе сказал, что я один буду, они вас посмотрят много. Если только аккуратно. Ну, я думаю, договоримся. Нет, на часок-то что, не заглянешь, что ли? Посмотри, что за раз И то, знаете, бывает это на словах. Приедут, а на самом деле сейчас приедут. Но я надеюсь, приедут. Я не говорю, что боюсь всего, но мне нравится перебарывать страх. Мне нравится бороться со страхом. Вот это нормальная тема. А так я пауков боюсь, слизняков боюсь, высоты боюсь, огня боюсь, смерти боюсь, злых людей боюсь, я все боюсь. Но перебороть страх — это интересно. Это как раз показатель мужественности. А когда скажешь, я ничего не боюсь, это странно звучит. Страх нам природу дан. Я боюсь за маму, за жену, за ребенка, за братву, за родину. Он переворот надо. А вот ты, Егор, не боишься крутиться? Нет. А рукопашник придет, скажет, вот, а покажи мне, давай, какой-нибудь подельник, подельник. Мне кажется, не для этого. Может, они тоже хотят. Давай со мной подеремся. Нет, с вами. Давай, почему? А он борец. Какая разница? Я позволю, какая разница? Не знаю. Вообще, в чем проблема-то? Ну, я подумаю. Это какой хитрый, а уж время мало остается. Я быстро подумаю. Да? У нас вся жизнь, знаешь, как пролетает? Моргнул, выморгнул, и все. Я быстро подумаю. Нет? Ну, давай, ладно. Так, парни, аккуратно, никому не везет. Так, давайте я лучше так вот сюда это сделаю. Так, чтобы никого не повредить. Намалек, Егорыч, братан, что я стоечки передвинул, и что ты злиться не будешь, что ли, а? Нет, точно? А то смотри, я испугаюсь, и как это. Да, конечно, она играет уже, ты чё? Что это? Это мусор. Это твоя и моя. Нет, это только моя. Кровная, народная музыка. И еще парней. О! Ты мой русский человек. А я не русский. А какой ты? Как же ты не русский? Я не русский. Ты на русском разговариваешь? Ну. А думаешь? Я немецкий. А думаешь на русском? Как? Ну-ка давай по-немецки подумай что-нибудь. Подумай. Подумал? А теперь произнеси. Да, лучше не надо. Как? Не произнеси, почему? Мало ли о чем он подумал. Не, ну про Швайн, если там будешь думать, то это получается говорит об уровне образования. Есть русские немцы, русские казахи, русские киргизы, русские евреи. Ну ты же русский. Русский немец, как русский немец и украинец там, ну и что? У нас кроме того, что идет. О! Просто есть парня народная музыка, которая у всех традиций всех народов. А есть сумасшедшая, обезбашенная и даже не музыка. Макс, ты не злись. Ты за подруги, что ли? Нет. Братан, не гони, не гони. Ты что, сюда собрался? Хорош, ты что, стой. Максим, сначала Егору уговаривали остаться. Стой. Сначала Егорычу уговаривали. Егор, братан, команду не приходил. Теперь ты командир команды, ты берешь и занимаешься. Хорош, положи, успокойся, садись. Присядь. Стой, не уходи, пожалуйста. Ты чё? Был бы повод, опять, менять брату команду, и, вот движухи разные, на моментальный девчачий какой-то там эмоцию, это нет, не показатель. Хорош. Ты Егор тоже домой? Да. Вы вместе одну подругу любите, что ли? Ну все, он тогда нет. Все что? Да вы чё? Никита, а как со мной побороться-то хотел? Никиту забираете? Хорош, вы чё, парни? Тут подруга одному испортила настроение, Егорка нет? У меня другая. У тебя другая подруга? Да. Хорошо, ладно. У тогда... меня вообще нет. Нормально, братан. Парни, у меня три жены. И я спокоен, совершенно спокоен, в прямом смысле.
То есть традиция русского образа жизни позволяет, если я могу обеспечить три семьи, а что, разве плохое? Но гнать, Макс, гнать из-за этого вообще не имеет смысла. Ты... Еще есть смысл какой-то. Ну и что, вы сейчас в 16 лет свою нервную систему... Ты сегодня с таким трудом нервную систему свою создавал, крутясь в мостике, а тут опять хочешь все разрушить. Никито, зря спину гривишь. Братан, зря спину кривишь, Никитка. Час, прям. И еще разок. И спокойно. Зря вот кривой спиной. Никит, Ренать, Мишанька, ну вы-то оставайтесь. Ладно, у них они, это, знаешь как, расклеились за девчатами, там, да, переживания. Егорыч, Максим уже не уходит никуда, ты-то куда срываешься? Здесь гриб 10, два блина по 10. Егор, Егор, братан, ну подожди нас всех. Да конечно, завтра погрустим. Завтра погрустим, сегодня не грустим, браток, все, не грустим сегодня, конечно. Хорош грузиться, хорош, хорош, конечно. Тихо, 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 тихо. Повело. Тихо. Только выдыхай, выдыхай. Вот здесь, вот отличие, то, что вы говорите, воркаут от гимнастики. Мы здесь создали все, чтобы можно было развиваться. А вы себя, блядь, кастрируете, урезаете до маленького направления воркаут. И все, гимнастика, она громадная, обширная. Только не бросай, сейчас, погоди. Все, вы все кривой спиной делаете, попадос, нету попадоса. Не, опускаем кривой спиной, а так и кривой спиной. Тем более, а что опускаешь кривой спиной? На последнем дыхании, когда мышцы уже расслаблены, все это разобрали. Нет, я опустил кривой спиной и потом только вышел. Ну-ка, кто самую козырную связочку проведет? Поднимать, а если спокойненько, так поинтереснее, на выдохе, сюда, выдохнул, да, здесь, ну, да, больше толкали, соревнования у нас были. Есть такие направления, называется русский жим, джим, русский жим, там не очень много весов, ой, не очень много вес, но его много повторений делают, спина прямая, спина прямая. Зачем ты-то? Зачем? Он другое действие делает. Он делает на спину, а ты ему показываешь больше, больше бицух и боковые. Вот эти. А вот и на спину. У меня там же высота. Здравствуйте. Спину прямая. Взгляд вперед. Взгляд вперед, спину прямая, да? Да. Видишь, как классно. Здесь и штанга, и манго, и все есть, да, и инжирик, и сухарики. А качаться как вы кормите? Я тоже худой. Вернее, нет, худой это неправильно. Слово худой обозначает, например, худая снука, руки слабые. Да вы же наверняка крутите. У меня сила для наверняка есть. А так руки слабые. Мощь нужна, ты имеешь в виду. Для этого надо
Ты же когда добился постепенно, подходи. Да, база, то, что мы знаем. То, что не хочется, да? Ну, да, база знаем, но не хочем. Да, да. А что? Всегда так, у меня просто лень. У меня всегда лень, что лень. Вот, а тут делается тетка лень приходит свои права. Да, я сам. У меня мама, да, вперед меня лезет. Лена нам помогает либо собраться и побороть ее, либо на тупниках. Да, Мишань? Да. Все гнилые вначале приходят, никто не хочет делать, а потом хотят, а потом опять не хотят. Потом я всегда, то я хочу, то я не хочу, то я вообще ничего не хочу. Это жизнь у меня определенность. Максим, ну что, подеремся, пойдем, что ли? Ну ты так бодро руками машешь, что Никита, то Максим. Пойдем, чуть-чуть. Пойдем? Ну а как ты захотел на улице кому-то всечь там? Ну как ты хотел кому-то всечь? Я так им показать. Давай. А вдруг в Самару приедешь, они кубок не захотят отдавать, который у Сигорика выиграет. А Егорик и голова слетит, а он их там всем, да? Снесет. Смотри, спали, все-таки там Самара в другой город, поехали. Другой город. Везде там, все там, одинаковые. Да, но правила у всех, которые одинаковые, они не всегда одинаковые для нас, поехали. Старайся, может, чтобы не расхлябано было, более красиво было собрано. На спинке запрыгивай, давай сразу запрыгивай, конечно. Вот не торопись, слишком движение не совершаешь. Перекидывай прям ручки, перемазь, делай, да. Уголок, Мишань, 100% уголок. Молодец, давай. Уже паркур пошел. Крокодильчика забыл Мишаня сделать. Опа. Чуть-чуть не подхватил. Крокодиль, молодец. Сколько элемент? Я что-то не считал. Давай проектируем крокодильчик с самолетом между ними. Самолет, когда ты снизу висишь, да? А, нет, это полет ты видишь, когда лишь на перекладине. Да, крокодильчик, попробуй так, вот ты, например, повисел, чуть-чуть красиво повисел, а теперь ручки подтягивайся, и там ты приподнялись. Да, и крокодильчик. Ну, а куда деваться? Тогда, знаешь что, попробуй вон на той стоечке, где Никита что-то там отдыхает, а? Сейчас попробуй. Ручки сейчас, берись, все равно хорошо. Надо перетерпеть. Ты посмотри, все ребята устали, но они же терпят, делают, поэтому. Ренатик на шпагате отдыхает. Видишь, как Ренатик устал, аж сил нет. Но сейчас шпагат теряет, и силы вернутся сразу. Вот Никита там крутит, не как мостик на заруби, который поворот на часовой стороне. Не-не-не, я его больше в спине его практически. Я его больше не вспомню. Понимаете, я сколько прям лям просыпаю. О, да. Да надеюсь, нет. Сергей Геннадьевич, у нас 10 минут осталось. Молодцы, давай, Тимур, он послушает, что у вас там. Сразу без мата. Без мата. Это вы, по которому вы на соревнованиях, да, музыка?